Первый официальный митинг сотрудников Ивановского бройлера проходил при красных флагах и отсутствии руководства предприятия. На птицефабрике трудятся 1200 человек. Пришли на митинг не более 50. Коммунисты предполагают, что на работников оказали давление. Директор бройлера Павел Кудряшов считает, что излишнее внимание к проблеме пагубно влияет на состояние предприятия. Судя по тому, сколько сейчас пришло народу, видимо, была проведена хорошая, качественная работа с работниками предприятия, чтобы они не выходили на митинг и, соответственно, не мешали. Кредит Россельхозбанк по-прежнему не дает. Долги копятся, объемы производства существенно сокращены. Коммунист в прошлом Андрей Автанеев на прошлой неделе был на экскурсии по предприятию и говорит, что все неплохо. 2,5 часа мы посидели с директором руководителя предприятия, с заместителем директора по производству. Я не видел здесь катастрофы какой-то на этом предприятии. Есть временные трудности из-за нехватки оборотных средств. Сейчас кредит, вопрос по кредитованию этого предприятия, я так понимаю, по словам руководителя департамента сельского хозяйства Дмитрия, ведется с Россельхозбанком. И трудности временные. То есть сейчас в течение месяца будет закуплено фуражное зерно необходимое. Я думаю, через месяц здесь все восстановится. Сами горинцы настроены не так позитивно. Находясь внутри предприятия, они видят ситуацию в другом свете. Закладок яиц нет, промышленные цеха разбирают. Народ продолжает увольняться. Даже если зерно будет закуплено, возможно, работать будет уже некому. Зарплату задерживают. Автобусы как закона, как хотели, так отменили с 11 числа. Народ недоразумение. Хотели рассчитываться, их не отпускают, пока не закончится забой. Такая ситуация. Начальство к нам не приезжает, начальство цехов к нам не выходит, ничего не объясняет. Какая ситуация будет дальше, мы даже не в курсе, ничего нас ждет. Куда еще обратиться, если руководство предприятия молчит, непонятно. Мы сейчас сидим 15-20 человек в убойном цеху, я не знаю в других подразделениях как. Извините, пожалуйста, Павел Борисович, неужели наши слезы в глазах вас не душат? Мне кажется, у вас сердце холодное. Помогите выставить нашу фабрику, я очень вас прошу. Наших детей дети растут. Поселок у нас отличный. Мы все держим только благодаря нашей фабрике. Коммунисты призывают к активности, советуют ни в коем случае не давать о себе забыть. В ближайшее время планируют организовать совместный митинг с работниками всех проблемных предприятий. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.